Да, в классе пятом меня отец привел в вольную борьбу. Где-то до 9 класса занимался в Шамильском районе, в центре селения Хибда. У меня брат старший в то время жил в Махачкале, Гази Магомед зовут. Говорит, иди домой, вещи собирать, в Махачкалу едем тренироваться. Здесь нету, кто богаче, кто бедный. Здесь пацаны пашут, хотят добиться успеха, идут к цели. Борцовское братство мне нравится в борьбе больше всего. Самое главное, я считаю, что режим и труд, трудолюбие. Надо стараться отдавать себя по максимуму, чтобы как-то где-то, когда уже ты будешь взрослым, дальше не было к себе претензий лично, чтобы не думал, что где-то мог поднажать, но не поднажал, где-то мог доработать, но сочканул. Для меня мотивация в первую очередь моя семья. Я все отдаю, я стараюсь, я по максимуму работаю, а результат только от Всевышнего Аллаха.